Всем привет! В этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Xiaomi Redmi Note 6 Pro с первой игрой. Так, первая игра будет GTA San Andreas. Запускаем ее, запустим на максимальных настройках графики. Напоминаю, технические характеристики устройства. Это версия 4.64, 4 оперативки, 64 гигабайта встроенной памяти. Процессор Snapdragon 636. Вот, графический ускоритель Adreno 509. Так, делаем все макс, графику максимальной, и запускаем игру, смотрим, как с ней справится устройство. Так, настроили все и идем. Работает сносно, видим, можем играть на максималках. Так, чуть подтормаживает игра, работает не максимально плавно, не так плавно, как хотелось бы. Ну да, есть тормоза моментами, моментами более сильно, моментами менее сильно, менее заметно, но есть. В общем, наверное, лучше ставить графику поменьше, чтобы не было этих тормозов, ставить просто высокую графику, среднюю. Но с максималками вот чуть будет подтормаживать. Думаю, это заметно даже на видео. Сейчас работает плавно, но когда появляются какие-то автомобили, машины, прорисовываются какие-то объекты, то заметно подтормаживает. Хорошо, разобрались с этой игрушкой, переходим к следующей. PUBG Mobile. Запуская игру и увидеть уже сам игровой процесс. Загрузился PUBG Mobile. Так, показываю графику. Графика выставлена на баланс. Высокая графика, максимальная, не поддерживается, тем более ультра. И частота кадров средняя, высокая тоже не поддерживается. Еще есть ультра, но ее тоже нет. То есть тут графика, в принципе, низкая, можно считать. Не самая минимальная, но даже не средняя, низкая графика, и при этом как бы справляется с этой графикой устройство, без проблем работает этот уровень. Видим, в принципе, особых тормозов нет, играть абсолютно можно. Но вот если сравнить с GTA San Andreas, GTA San Andreas все-таки работал лучше на этом устройстве, чем PUBG Mobile. Хорошо, закрываем, понятно, и переходим к третьей игре, Need for Speed Most Wanted. Видите уже игровой процесс. Загрузилась игра. Работает отлично. Нормальная графика и отличная плавность. В общем, такая ситуация в игрушках. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!